происходит? Значит, вот на одном из самых первых слайдов вы показываете, где у вас гелий 6, искусственное возбуждение гелия 6. И возникает такая шишечка сразу перед выходом на некое плато. Второй ваш слайд. Первый рабочий. Это золото или... Нет, я не помню. Да? Кремль. Ой, не кремль, а кандиль. Ну это все. Слово. Вот вы, да. Ты имеешь шишечку. Вот этот пик. Шишечка. На коричневых, на красненьких точках шишечка. Она имеет либо статистическое значение, либо какое-нибудь объяснение, если она реально. Нет, мы не шишечку, мы видим максимум, а потом спад. Ну, шишечку. Вот может быть здесь за счет... Для кого шишечка? Для кого? Объяснение. Объяснение такое, что это у тебя здесь как раз максимум достигает при касательной дистанции. Меня нет, это единственное. Это получается как бы имеет свой резонанс. Нет, мы насчет резонанса здесь ничего не можем говорить. Нет, я говорю, зрительно такое впечатление, что имеется вот такая шишечка за резонанс, а потом имеется перегиб и пошел... Нет, здесь вот смотрите, здесь это точки нашего старого эксперимента, с черными точками показано вот это... продолжение эксперимента. Здесь никакой, вроде бы, так сказать, резонанса мы не видим. Нет больше вопросов. Поблагодарим докладчиков. Снова спасибо.